Дерево – символ жизни и связи поколений. Память о погибших на СВО бойцах и о тех, кто сейчас находится на огненных рубежах, увековечили в Самаре. В сквере Санфирова и жены и дети бойцов высадили аллею героев – 10 молодых лип. Нам хочется для наших поколений оставить память о наших героях и сказать, что Россия никогда не забывает своих защитников. Здесь мы отмечаем, помним, вспоминаем, преклоняемся перед теми ребятами, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, которые защищают свою отчизну, восхищаемся их доблестью, их отвагой. Муж Юлии Ибрагимовой – военнослужащий. Погиб на территории Донецкой Республики 2 года назад. Сегодня она вместе с детьми приняла участие в высадке лип. В самые трудные и печальные моменты нашей жизни, как бы нам ни было больно и горько, мы всегда должны находить время и возможность для добрых дел. И сегодняшнее мероприятие – это как раз такой способ одновременно и почтить память и посеять в наших детях, в подрастающем поколении именно зерно того, что мы не должны опускать руки. В сквере также открыли памятный монумент «Память о бойцах». Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.